От проекта к делу. Чебоксарцы выбрали 9 площадок для благоустройства. Этим займутся только в 2022 году. Голосование по этой теме периодически проходит на портале «Открытый город». Власти столицы работают на опережение. Масштабные работы пройдут в рамках сразу нескольких федеральных программ. В список для голосования были внесены 37 территорий. Свое мнение по этому поводу высказали почти 600 чебоксарцев. В итоге в каждом районе будут благоустроены по 3 пространства. Так жители Калининского района отдали свои голоса за сквер у детского медцентра. Благоустроят также детский парк по улице Ивана Франко и Бауманский лес. В Ленинском районе большинством голосов лидером стала улица Пешеходная. Это лицо города, потому что люди сюда приезжают из разных городов. Самая основная транзитная дорога, и мы хотели его видеть благоустроенным. Мы заявку давали, чтобы благоустроили вот эти территории. Жители нашего микрорайона активно поддерживали, люди сами заинтересованы были. От подземного перехода к новому автовокзалу. На улице Пешеходной появятся новые пешеходные дорожки из брусчатки, установят скамейки и освещение. Зона будет зеленой. Здесь появятся газоны и цветники. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика.